скромно у порога, тихо в двери я войду. Кто подаст мне ради Бога? Счастлив, кто перед собою узрит белого меня, он поплачет надо мною, он чем не знаю я, о чем не знаю я. Он очень народен, он очень, знаете, на громадном возвышении духовном и колоссальном заземлении в знании жизни. И его нельзя салонно петь. Это мир его философский, я бы сказал, мир его философский, мир его, мир любви. Он неравнодушен ни к одному явлению. Мир, вот это духовный его громадный. В декабре 1863 года Мусоргский был вынужден пойти на службу мелким чиновником. Но музыка по-прежнему главная в его жизни. К этому времени Балакиревский кружок обрел известность. Его деятельными участниками стали Римский, Корсаков и Бородин. «Могучая кучка» – так со временем назовут это содружество молодых композиторов. Сближение это с талантливым кружком музыкантов, постоянные беседы и завязавшиеся прочные связи с обширным кругом русских ученых и литераторов особенно возбудило мою мозговую деятельность и дало ей серьезное, строго научное направление. Результатом этого счастливого сближения был целый ряд музыкальных композиций из народной русской жизни.
пригожий, нет нарядника Листратушки. Ох, нет нарядника Листратушки. Ключи воеводицею умываются, пятерней чешу волосы лети, урожай дожидаются. С неба пахнут полозники, урожай дожидаются. С неба пахнут полозники, с неба засеяна. На ногих детишек стиркаю, пусть до мужа наряжается, носит лапти с подковыркаю, носит лапти с подковыркаю. Ох, будешь счастлив, Калистратушка, ох, будешь ты припеваючи. Он стоял раз у окна и поражен был той сценой, которая происходила у него перед глазами, вспоминает Владимир Васильевич Стасов. Несчастный юродивый объяснялся в любви с молодой бабенкой, ему нравившейся. Умолял ее, а сам себя стыдился, своего безобразия и несчастного положения. Он сам понимал, что ничто на свете, особливо счастье любви, не существует для него. Мусоргский был глубоко поражен. Тип и сцена сильно запали ему в душу. Мгновенно явились своеобразные формы и звуки для воплощения потрясших его образов. Свет мой садишь на сокол ясненький, полюби меня неразумного, приголуб меня горемычного. Ой, сокол мой, сокол ясненький, светик садишь на Свет Ивановну, не побрезгай ты голью голою, бесталанною моей долею. Уродился весь на смех людям я, про забаву да на потехинем, кричит садишь на скорбным разумом, величает слышно не Божиим. Светик садишь на Свет Ивановну, и дают пинков по не Божьему, кормят, чествуют под затыльником, а под праздничек, как разрядятся, уберутся вишь в ленты алые, дадут хлебушка Ване скорбному, не забыть, чтобы Ване Божьего. Светик садишь на ясный сокол мой, полюбишь меня непригожего, приголуб меня одинокого, как люблю тебя, мочи нет сказать. Светик садишь на, верь мне, верь мне, верь, Свет Ивановна. Мусоргского петь нельзя. Нельзя сказать, что его нужно петь. Его нужно исполнять, его нужно проживать. И отчасти это причина, почему к Мусоргскому все-таки мало исполнителей обращается. Не всякому певцу доступна эта музыка, этот вид камерной музыки.